Сегодня же чрезвычайный полномочный посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Хайм, а также представители компании Siemens Вай ознакомились с ходом внедрения на комбинате «Запорожсталь» экологического проекта строительства линии соляно-кислотного травления в цехе холодной прокатки номер один. В ходе визита генеральный директор «Запорожсталь» Ростислав Шурма обсудил с послом Австрии в Украине Вольфом Дитрихом Хаймом, а также представителями компании Siemens Вай, поставлявшей оборудование для НТА-4, итоги реализации проекта. Этот проект – это очень хороший пример сотрудничества с нашими австрийскими партнерами. Здесь установлено самое современное оборудование производства фирмы Siemens Fire, крупнейшей технологической австрийской компании. И отдельно я бы хотел подчеркнуть, что мы смогли реализовать этот проект благодаря поддержке австрийского правительственного банка, австрийского контрольного банка, который выступил ключевым финансовым партнером по этому проекту и предоставил гарантии на получение кредита в размере 33 миллиона евро. И что мне очень приятно сегодня подчеркнуть, что комбинат «Запорожсталь» на сегодня выполнил все финансовые обязательства по данному кредиту и полностью погасил его. Кроме этого, Ростислав Шурма и Вольф Дитрих Хайм обсудили перспективные направления потенциального сотрудничества. Безусловно, мы планируем сотрудничать с австрийскими компаниями, потому что компания Siemens Fai – это одна из трех ключевых технологических машиностроительных компаний в мире. Конкурентов у них практически нет. И в нашем крупнейшем проекте по строительству конвертерного цеха, безусловно, компания Siemens Fai будет одним из ключевых поставщиков оборудования и ключевым технологическим партнером. В свою очередь, чрезвычайный полномочный посол Австрии в Украине отметил, несмотря на экономические и политические трудности, которые переживает страна, ему приятно находиться на предприятии, которое демонстрирует устойчивую тенденцию к экономическому росту и реализует столь масштабные проекты, как строительство новой линии непрерывного травильного агрегата. Не обращая внимания на то, что сейчас Украина переживает такой непростой период агрессии со стороны соседней страны, я очень рад, что тут, в Запорожье, в этом регионе, экономика все-таки развивается, продолжает работать, и я очень рад, что мы со своей стороны можем сделать такой вклад в это дело. И я также очень рад тому, что благодаря инвестициям из Австрии это предприятие может развиваться, оно делает все возможное, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду. Проект по строительству НТА-4 реализовывается в рамках трехстороннего соглашения между комбинатом «Запорожсталь», Запорожским областным советом и Министерством охраны окружающей среды и направлен на улучшение экологической ситуации в регионе. Экологический эффект сокращения выбросов паров серной кислоты на 83% и полная ликвидация сбросов комбината в реку Днепр от цеха холодной прокатки.